Ну, бывает, допустим, женщины не могут забеременеть, допустим. У них нет патологий как бы физических, но она просто не, ну, не получается, там, чего-то там не держится, что-то этот. Это нехватка энергии. И когда ты запускаешь чакры, энергии, ну, биополе начинает правильно функционировать, попадает туда энергия, и, в общем, душа приходит. Если человек не хочет жить, и другая душа не придет к нему, потому что это и так на землю приходить страшно. А если мама сама не хочет, ну, у нее нет желания жить, то она не придет. То есть очень много связано с тем, что многие люди сейчас вообще не живут. Они вот просто ходят, как, знаете, ну, зомби не зомби, но немножко зашорены. Живут в своих проблемах, своих каких-то непонятных. Причем проблемы выдуманные, очень выдуманные. Они, ну, как, они под собой не имеют... Основы, это неправда, да? Чтобы быть счастливым человеком, ничего для этого не надо, нужно быть просто счастливым. А для того, чтобы быть несчастным человеком, это нужно постараться. Это нужно постоянно об этом думать, себя постоянно накручивать. Надо искать негатив везде, да? И ты себя накручиваешь, это очень энергозатратно. А счастливым быть легко. Важно поменять отношение к миру. Это очень важно, прощать людей, да? И принимать людей такими, какие они есть. И тогда уйдет агрессия, ты перестанешь так сильно нервничать и злиться на людей, и перестанешь стискивать скулы, и не будут вылетать ноги, и не будет болеть спина. Все. То есть все лечат по-разному. Там психолог свое, мануальчик свое. Там, это... Но тело, душа и разум должны быть вместе. И пока ты их вместе не проработаешь, ну, в общем, это не имеет длинного эффекта. Человек – существо эмоциональное, да, и мы этим отличаемся, от, наверное, от многих. И именно эмоции имеют силу. И по образу и подобию тоже же не зря сказано. И наши мысли поэтому у всех сбываются. И когда они подкреплены эмоциями, тогда идет, как бы, мечты сбываются быстрее, сразу. Когда мозг отключен, когда ты не думаешь, не держишь, а ты просто захотел, и оно появляется.